Всем привет! Что я хочу сделать? Маленький эксперимент. Каждый, наверное, задумывался, что будет, например, с яйцом, если ее окунуть в колу на сутки, скажем так. Поэтому решил, что сделаем маленький эксперимент. Налили колу и погружаем беленькое яичко в колу. Так, сейчас мы чуть-чуть дольем и потом будем смотреть через день, что с ней будет. 3 days later. Привет, ребята. Ну вот, прошел не день, прошли 3 дня. Не было времени это яйцо там доставать. Ну и как видим, что оно сделало. Оно треснуло это раз. Шелуха, наверное, стала потоньше, и оно покрасилось. Ну, скажем так, лайфхак, если кто-то хочет на Пасху яйца красить. Ну что, сейчас выльем в колу и посмотрим, что там в яйце образовалось. Может, там кто-то вырос. Ну вот, видите, вот такого плана оно выглядит. Таким оно стало. Таким оно вот стало. Ну и шелуха, очевидно, стала тоньше, наверное. Забьем. Сейчас, наверное, у нас покрасилось. Или... Хотя нет, яйцо как яйцо. Снутри видим, да. Покрасилось все. Так что, в принципе, ребята, ничего с яйцом не случается. Как я знаю, есть видики, где показывают, что оно прозрачное становится, еще что-то, в принципе. Только красится шелуха, и все. Ну, может быть, если держать там дольше ее, запах... Ну, запах такой же, как и должен быть. Так что, ребята, не знаю. Может, у нас кола в Латвии не такая, как везде, но... Ничего плохого яйцу не делает. Как-то так. Ну, зато мы проверим. 72 часа прошло. Вот. Всем пока!